Всем привет! В этом видео мы поговорим о примогемах, которые, к сожалению, разработчики не дали нам в этом обновлении. Я приболела, поэтому голос немножечко сиплый. Ну и вступайте в нашу группу ВК! Всем приятного просмотра! Обычно в каждой версии разработчики делали по 3 простых веб-ивента с примогемами, чтобы порадовать фри-то-плей игроков. Например, в версии 2.3 было 3 веб-ивента, за которые мы получили 150 камней истока. А в версии 2.4 мы и вовсе получили 220 примогемов за веб-ивенты. Поэтому в среднем за каждое обновление мы получали как минимум 150 примогемов с подобных событий. Но вот незадача, версия 2.5 уже подходит к концу, а у нас все еще нет ни одного веб-ивента, в котором все игроки смогли бы получить награды. Также, если следовать привычному графику Hoyoverse, каждому новому персонажу отведен свой собственный веб-ивент, за который обычно дают около 40 примогемов. Так что, возможно, уже завтра мы будем наслаждаться ивентом Саята. Кроме этого, как ни печально признавать, в обновлении 2.5 мы получили наименьшее количество примогемов среди всех остальных обновлений. Но в 2.6 их будет значительно больше. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока.